Well, mama told me when I was young, come sit beside me, my only son, and listen closely to what I say. And if you do this, help you some sunny day. Oh, take your time, don't live too fast. Troubles will come and they will pass. Find a woman, you'll find love. And don't forget, son, there's someone up above. And be a simple kind of man. Be something you love and understand. And be a simple and be a some kind of man. Won't you do this for me, son? If you can. Forget your lust for rich man's gold. All that you need is in your soul. And you can do this if you try. All that I want for you, my son, is to be satisfied. And be a simple kind of man. Be something you love and understand. And be a simple kind of man. Won't you do this for me, son? If you can. Don't you worry, you'll find yourself. Follow your heart and nothing else. You can do this if you try. All that I want for you, my son, is to be satisfied. And be a simple kind of man. Be something you love and understand. Be a simple kind of man. Won't you do this for me, son? If you.
Блять, это был, если что, мисклик. Надеюсь, никто не обосрался. Что случилось? А? Ты стреляла? Стрельба. Да... Змея проезжала. Проползала. А, ну вы застрелили, да? Ну, стреляю я хорошо. Ну, ну все хорошо. Блять. А, кстати, будет разговор, да. Такой. Когда? Важный, наверное. Давай. Да, хоть сейчас. Да, хоть сейчас. Ну, давайте тогда. В общем... Ну, вы ж в курсе, да? Тех парней мы убили. Убили, да. Да. А, ну, в общем, по поводу добра, которое они должны были где-то спрятать. Они раскололись. Пришли мы, в общем, на то место, и там уже все было кем-то вскрыто. Но мы сейчас ищем человека. В общем, может, примерно даже понимаем, кто это мог быть. Но это не важно. А, по поводу коня. Конь у них был неплохой. Вроде даже с документами. Аккуратно, он сейчас лошадь у нас ударит. Аккуратно, аккуратно, Рик. Ну, нормально, нормально все будет. В общем, конь даже с документами вроде как. Который? О, боже, я, конечно, эти штаны смотрю, это ужасно. Слушайте, это... Ладно. У меня мужика нет. Сама себе мужик. Так вам надо мужика найти, как... Ну, такого. Который бы у вас немножко это... Вы будете моим мужиком? Вот где держал. Ну, посмотрим, как будете вести себя. Давай, соглашайся, раз, давай. Ну, посмотрим, как пойдет. Это. По поводу коня. Конь вроде Морган. Да, Морган, Рик? Да, да, да. Морган, он вроде как тоже в яблоко или что-то там вроде. Да не яблоко, говно. Короче, неважно. В общем, конь с документами. Мы вам его приведем, одевайте, что хотите с ним. Будет у вас конь, продадите кому-нибудь баксов за 40. С документами конь. Но на да. Чужое имя. Получается, краденый конь. Пусть вам какая разница? Но его покупали, в общем, как я понимаю, в Блэквотере. А нужна справедливость? Ну, они так перед смертью говорили. Ну, простите, говорили, по крайней мере. Говорите, что какая разница, если вдруг потом эту лошадь будут искать, она у меня окажется. Ее не будут искать. Зачем искать, если ее купили? Она чистая, это чистая лошадь. Можно просто поехать переделать документы при желании в Блэквотере, подкупить там немножечко там денег, приплатить. Но это, ладно еще, это полбеды. А, мы же разузнали, куда ваших лошадей сбагрили. Так. Как они говорили, это может быть, конечно, полный трёп, но это они сбагрили это, в общем, в очень, скажем так, криминальном месте под названием Бухта Воров. Бухта Воров, да. Ну, что я знаю по поводу этой бухты, там сумасшедшие мексиканцы обитают. Но эти же люди не мексиканцы? Ну да, говоря, они, как они говорили, якобы у них есть какой-то дружок там, конюх. Мы даже имя его знаем. И... Ну, можно попробовать, конечно, с ним договориться. Но как они сказали, что они, ну, перед смертью они говорили, что якобы они каждого коня по 40 баксов толкнули. По 40? Да, якобы по 40. Да. Это мало, это очень мало. Нет, но... подождите, просто мне сказали шерифы, что лошадей толкнули за пару центов. Это мы им ну, так сказали. Мы просто они так шерифам сказали, потому что у них не было достаточных методов воздействия на них, а у нас были. Мы очень умеем как бы это... Понимаю. Ну, диалог начать нормальный. И закончить тоже. Ну, в общем, да. И... Да, толкнули по 40, только денег якобы у них было шаром похоти, куда-то дели. Они купили себе оружие, коня, еще что-то. Да, да, да. В итоге там 20 с чем-то вышло баксов и всего. Да, 20 баксов мы нашли, сказал, обязал вернуть ему, потому что якобы у Картера украли 20 баксов. Но мы сейчас с этим разберемся, да. Поэтому было у них 80, но конь за 40, они купили себе лич, вот еще там, сколько он, за 20, да. Ну, то и 20 там осталось с чем-то. Ну, якобы у них в этом доме, о котором они говорили, были денежки, неплохо было денежек, ну, якобы. Да. Но мы пришли, а, ну, скажем так, ключи были от тумбочек и от одного шкафа. Мы, когда пришли,
обнаружишь, что вскрытая тумбочка и шкаф. То есть ключ подходит, но какой-то ублюдок скрыл. Но у нас есть догадки, не волнуйтесь, мы, может, сегодня убьем его, так что не волнуйтесь. Кого мы не убьем, что ты несешь? А что нет-то? Мы не будем его убивать. Ну, так, поговорим. А так как пойдет. Это оружие снимите вы уже в городе. Кто бы говорил? Ну, так, револьвер-то револьвер не запрещен. И где эта лошадь у них? Лошадь, она у нас, там сейчас мы... Она пьет у нас из поилки-то. Но мы прикатим ее вам, если надо. Мне шериф сказал, что все их имущество перейдет мне. Ну да. Ну, можете дом забрать их. Только, правда, он наполовину сгоревший, разваливает все. Нет, мне не нужен их дом. Да, был еще флотский револьвер и револьвер Шофилда. У одного флотский, у одного Шофилда. Ну и ножик там был. Но суть в том, что Шофилд якобы со сбитыми номерами, и якобы это якобы Шофилд этого, как его, Картера, да? Картера. И сейчас он, ну, шериф сказал, чтобы он был пока у него. А там, я думаю, может, Картера выяснится, чей это Шофилд, револьвер, точнее, этот, флотский, и тогда уже видно будет. Такие дела. Ясно. В общем, моя лошадь стоила порядком 70-80 долларов. Это черная, вот эта вот, которая в яблоко? Да. Они сказали, что якобы они за 38 или что-то такое покупали в этом, в Blackwater, вот то, что у них было. Ну, конь неплохой, кстати. Но я понимаю, что он, понятное дело, не заменит ту. Мы можем разузнать получше по поводу бухты. Может, удастся как-то этих коней забрать. Просто если там такая... Ну, понимаете, то такие ублюдки, что они могли просто наврать. Мы приедем, если в бухту и будем что-то расспрашивать, мы пулю в голову получим и все. Слушайте, потому, что если они покупают лошадей, возможно, они и продают лошадей. Ну, только смысл покупать... Брат, да короче, ладно, я... Но нет, они продали лошадей, понятное дело, краденых, и купили себе, ну, как бы... Краденых. Чистых. Нет, купили они в Blackwater, я же говорю, в Blackwater, в конюшне. Да я к тому, что вам они могли бы продать, я думаю, в бухте этой. Да ладно. Ну, это да, давайте да, да, но мы можем, хорошо, ну, я понимаю, что вам эта лошадь очень важна, я понимаю, что вам, ну, вы расстроены. Мы можем узнать, действительно, продают, нет, у этого конюха. Ну, понятное дело, что они должны продавать. Если они покупают таких дорогих лошадей, то и продают. Но если они покупали, если даже они покупали по 40, они же не будут продавать по 30 или по 20, вы же понимаете. Да, я понимаю. Поэтому... Они, может, хотя бы по полтиннику будут продавать. Так, к сожалению. Ладно. Ну, в общем, узнаем. Угу. Постараемся. Ну, главное, что они теперь вам не будут докучать, они мертвы. Да, только теперь еще какие-то твари бегают у меня по ферме. Да, мы слышали. Габриэля украли лошадь. Габа нагрели. Да. Опять, блядь, у меня на земле. У него там скунс на башке у того, у кого... Он говорил, да, что какой-то скунс у него, то ли что. Рик, вот теперь точно отойди. Да ё-моё. Да, здравствуйте, сэр. Там вообще-то дальше. Что, с нами поздороваться не можешь, да, ты, хмырь? Ладно, добрый, ладно, поехали. Да, в общем... Ладно, тогда. Когда вы говорите там... А что с моей лошадью, которую вы у меня взяли? А, да, но она у меня. Все хорошо с ним. Кормлю его и пою. И, конечно, рада, что у нее... Да, да, да. Сколько... Вообще, сколько я вам должен? Она у меня стоила 80, что ли, или 90. Ну, это понятно, но учитывая, там, допустим, что отдадим вам того коня, может быть, что-нибудь еще.
Погодите, вы же... Ну ладно, хорошо. Вы сейчас мне предлагаете лошадь, которую вы забрали у преступников, которые угнали мою лошадь, чтобы этой лошадью рассчитаться за мою, опять же, лошадь? Нет, нет. Да. Было бы неплохо, да, если бы вы скостили. Я понимаю, но я вашей компании лошадей даю в долг. Вы понимаете? Да, я понимаю, да. Габриэль, я ему лошадь дала, и он Габриэль мне тоже не заплатил. И это, Габриэль, ну, это не наша компания. Не с вашей? Да. Нет, не с вашей, не с нашей, да. Это точно. Вы поругались, но... и правда, как мальчишки маленькие. Нет, Габриэль просто, он действительно молодой, он не понимает, что к чему. Он не понимает, что... Да, для него не ловить преступников, а наоборот отпускать их, чтобы они дальше бегали. Это... Чтобы вы понимали... Он говорит, бесчеловечно, но... говорит, вешать их. Ну да, было такое. Но... Ну это и правда бесчеловечно, но... Ну смотри, мы не вешали, сожгут лошадь раньше, да, и давайте их отпустим. Да нет, я их сама пристрелю. Ну, в общем, мы пристрелили. Я к тому, что... ладно, с лошадью... Да. Вы меня поймали венгерскую лошадь. Ну, да. Вы договорились с вашими коллегами? Эта лошадь идет в счет рысака? Или как она идет? Ларик. Ладно, пусть идет в рысака. Да. Вам надо расцеловать своего друга. Он вам сколько лошадей, можно так сказать? Да мы как братья. Да мы как это братья. Вам надо, это уже вам поставлять. Да просто да, он рассчитывается за ваших лошадей. В общем, ладно. Вам нужна, ну, вам нужен будет конь, который незаконный, который блэквотерский, или. Так он законный все-таки или незаконный? Ну, смотрите, у них были документы, мы их грохнули, теперь документы у нас, как я понимаю, на их имя, ну и что? Вы можете тогда оставить своего Моргана, этого Моргана, вернее, а я заберу своего рысака. Да нахрена мне Морган, ну который незаконный? Мы его можем просто кому-нибудь толкнуть и все. Если что. Где-нибудь тоже бухту. Да, здравствуйте. Доброе утро. Все в порядке на ферме? Да. У вас никто не объявлялся? Пока что нет, слава богу. Надеюсь, никто не припрется. Что ж, я тоже. Хорошего мне. Да, и вам спасибо большое. Если что, сообщите. Хорошо, естественно, конечно. Куда я денусь? Вот, ну, в общем, вообще, я бы эту лошадь забрала бы все-таки в счет своей лошади. А вам, шериф, вообще что-то... Вознаграждение какое-то они вам дают за то, что вы ловили этих ублюдков? Конечно. Ну, как бы да. Там не так много, как вы думаете. Да. Ну, вы, наверное, думаете, что баксов по 50. Но вышло... Ну, вам что, расскажем, сколько вышло? Говори, там, 30 баксов. 30 баксов вышло на двоих. И то 15 сейчас, 15 потом. Так что убивать людей это не так выгодно, как да, это не прибыльно. Это не благодарная работа самая. Да. Это честно, между прочим, да что, по 15 за голову. Ну как, ну да. Якобы да. Но это того стоило. Ладно. Давайте тогда так, в общей стоимости всего, что вы с них поимели, возможно, еще что-то поимеете, да, непонятно. Есть что-то на окупаемость моего, блядь, коня, чертова? Окупаемость чертова коня... А там, вы не помните, жеребец или кобыла была, Морган? Вроде жеребец, вроде. Ясно, ладно. Или кобыла, а что вам лучше, кобыла или жеребец? Наверное, кобыла, да? Да, лучше кобыла. Ладно. Ну, посмотрите сами. Не знаю, я не смотрел. В общем, я хотела бы, чтобы мне вернули хотя бы чем-то. Конечно, было лучше лошадью или деньгами. Все, что они мне от твари украли. Да. А остальное, если вы что-то находите, если там что-то остается, оставили себе. Как вам? Да, хорошо, хорошо. Так что, вам Моргана, да, и что? Пригоняйте Моргана. А хорошо. По поводу рысака, если венгерская идет в счет, значит, у вас там останется пол лошади. $40 выходит.
Ладно, вам скину $10. Давайте 30. 30 баксов Морган и венгерская. Да. Да, хорошо. Только Морган, конечно, не стоит столько, стоит моя украденная лошадь. Да, понимаю. Ну, да, за то, что вы это слушайте, одержите, искали вот. И... Пожалуйста. Там вроде так и будет. Да. В левую я кладу 30, в правый по 100, обычно. Охереть. Ладно, я шучу. Снимай сапог. Это всего 30. Тогда да. Мы с вами, получается, в расчете за лошадь. Ну, да, да. А когда Моргана сможете пригнать? Ну, либо да. Сегодня, чуть позже, либо завтра. Ну, как он, да, я думаю, сегодня. Я думаю, сегодня у меня получится, я, ну, прискочу до дома. Понятно, хорошо. Да. Угу. Вы, ладно. Надеюсь, это все нормально? Или ненормально то, что объявили снова? То, что какие-то мрази опять появились, да. Поэтому, если что, будьте аккуратнее, когда будете ехать ко мне на ферму. Ну, можем предложить вам, так сказать, защиту. Ну и сколько вы хотите защиту? Давай я выскажу свое мнение, которое говорил тебе сегодня. Да. Именно. В общем, мы вам предлагаем, как только у вас будут проходить сделки, это крупные, сопровождение вас, охрану вашего дома в этот момент и сопровождение человека, который будет у вас покупать лошадь до города обратно. Время сделки. Ну и, соответственно, если вы хотите в банк поехать в этот же день, мы вас заставим до банка. Как вам идея? Ладно, сколько вы хотите за это? Ну, я думаю, первую неделю... Не знаю, раз решает, наверное, ну, бесплатно. Смотрите. Ну, у вас же, ну, вы обычно сколько вот коней в неделю продаете? Это очень нестабильная вещь. Так я же об этом и говорю. Может же быть такого, что вы, да, ну, ни одного не продадите, допустим, из чего мы будем брать, ну, деньги? Вы можете, правильно? Иногда еще приглядывать за фермой. Мы, ну, как бы да. Неудобно вам это? Нет, нам удобно. Мы периодически рядом с вашей фермой кружим, на самом-то деле, как вы знаете, может, видели. Смотрите, я планирую сделки проводить денежные через банк. То есть клиентам здесь буду рассчитываться, и, возможно, просто лошадь надо будет пригнать. Но бывают такие случаи, когда клиент хочет поехать на ферму и посмотреть несколько лошадей. Нет, вот в таких случаях мы можем, да, сразу, да. Можем вообще где-нибудь даже, ну, сидеть, допустим, ну, в тех же самых кустах, понимаете? Ну, 1-2 человека с вами, 2 в кустах. То если я буду вам в неделю платить фиксированную сумму, только, скорее всего, это надо будет обналичивать в банке. Как вам подойдет такое? Да. Вот. Я буду вам платить фиксированную сумму в неделю, а будет работа в эту неделю или не будет, это уже... Хорошо. Давайте о сумме договоримся. Давайте. $20 в неделю. Да, хорошо. Я не думаю, что тут торговаться стоит. Я думаю, вы сможете приглядывать за моей фермой. Сможем. Тогда я хочу, чтобы вы просто понимали. Слушайте, что мы, знаете, будем там кружить, но проезжать мы будем, да, там зачастую проезжать. И прям мимо нее, и через нее. Угу. Нет, я не говорю вам, чтобы вы там. Ну хотите, может, я к вам с ночевкой зайду. Раз вы так. А, вы моим мужиком хотите составить, да? Ну, раз вы предлагаете, что отказываться. Вы дама вроде приданным. Только ради бога, только без штанов. Меня это уж точно не заводит. Ну, сначала мне нужно понять, какой вы мужчина. Чтобы понимать, стоит ли мне ради вас штаны снимать. Ну, поймете, я думаю. Штаны вечером снимать будете, да. 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 Ладно, шутки в сторону. В общем, если вы сможете, да, поглядывать, проезжать мимо фермы, поглядывать, что там. Если вдруг что-то произойдет, я буду надеяться, что вы за это возьметесь. Если будет что-то более опасное,
тогда мы договоримся о какой-нибудь сумме. Какие-либо Хорошо. Ранения, которые будут произведены, если вы будете ранены или еще что-нибудь, любую медицинскую услугу я буду оплачивать. Идет? Вы да. добросовестный работодатель для этих мест, слишком. Джентльмены, миссис Флетчер. Да. да. Я вас не отвлекаю. Немного отвлекаете. Немножечко, но что-то срочное. Скорее к вам нет, у меня скорее вопросы к этим джентльменам. А, ну сейчас мы уже заканчиваем, секундочку. Что ж, я пока отойду. В общем, чтобы все это было законно, так сказать, и вас не обвиняли в каких-то таких делах, я думаю, мы можем с вами составить некий договор. Ну вы, конечно, любите эти бумажки. Нет, ну давайте, давайте хотите. Зачем? Там вообще без проблем, то я подпишу что угодно. Вы, думаете, вы же охотники за головами. Мы можем да. возвисать вас, как вы. Охрана ну, моей земли. Нет, давайте, так, хорошо. Зачем так хорошо. Охотники таким не занимаются? Думаешь, если к вам подпишу. Будут вопросы просто от кого-то. Будет вопросов. От кого? Да я подпишу, хорошо, я подпишу. Вы что думаете, мне это подписать? Раз ты такую херню лезешь. Почему в ну, херню? Лезу, почему в херню? Я просто распишу пункты, как за я что кредит, клич, я ж не кредит беру, я ж не кредит на пожизненно беру ну, в да. этом банке. Я вам распишу того. Для вас и для себя понимание, какие вы услуги будете мне предоставлять и как я буду оплачивать их и все. Все вообще без проблем. И просто будем рассчитываться, скорее всего, через банк. Но если прям нужно будет наличка, вы мне скажете. Хорошо. Ты понимаешь, что по этому договору кстати, надо будет выполнять все, что у меня будет прописано. Ты понимаешь это? Ну понимаю, но да? мы же как бы парни ответственные, я все-таки, угу. все-таки это. Подождите, показываем, но мы какой же я с вами мужик. Сами только что обсудили условия выживания. Я согласен, все, давайте подпишем без проблем. Ладно, я тогда составлю, как составлю, вам напишу, вернее вас найду и мы с вами еще раз пробежим глазами по нему. Да, без проблем. Хорошо, все, я вас не отвлекаю, к вам, да, товарищ. Да, блять. Не знаю, чё так Медай парится. Ты чего, блин? Угу. Блядь! Лис! Сука, блядь. Могут магазины нормально работать?
Блядь, да, давайте дождемся, пока я откинусь нахер. Миссис Летчер. Господи, что такое? Здрасте. Вы мою шляпу вчера не подбирали? Случайно? О, боже мой, нет. Понятно. Спасибо. Давай купим тебе шляпу. Не-не-не. Вчера вроде врачи говорили, что вы заберете ее. Надо к врачам, у врачей узнать. Слушай, они там остались, у Брэдвейта. Я все равно скоро буду туда ехать. Хочешь, могу узнать. Ну ладно, ну просто надо было ехать, но ладно, ладно. А куда тебе надо ехать? В Blackwater. А. Ну, врачи там остались. Хочешь? А что они там делают, они? Ну, мальчишку пума вчера чуть не загрызла. Хочешь, давай съездим туда, узнаем за твою шляпу по-быстрому. Ну, для просто она... Поколещик. Извиняюсь. За выражение. Hello. Наконец-то, нахуй. Что, молока нет, что ли? Забрал, потому что я впервые. Поехали. Спасибо. Добрый день. Здравствуйте, мисс Флетч. Я бы к вам сейчас заехала, с лошадьми разобралась. Да, кстати, там об этом. Там есть кому меня принять? Мы сейчас поедем. Ну, там мы будем поместье. Встретимся с вами тогда там. Хорошо. Может, шляпа валяется прямо там, где я упал? Слушай, может быть, они и забрали ее. Ну, мне кажется, наверняка ее забрали. Тем более, там столько прислуги. Да. А эти брейтвейты богатые, да, я смотрю? Нет проблем со шляпами. Ха. Да. Как у вас дела? Все спокойно? Ну как, да.
договорилась с твоими ребятами, так сказать, об охране. О, ну, это хорошо. Ну, одному из них эта идея не сильно понравилась. Кому, Джону? Такой... Он то ли лысый, то ли очень коротко стриженный. Ну, там есть Раст, Рик и Джон. Видимо, Джон. Нет, не Раст. Раст, наоборот, только за. Я им предложила фиксированную сумму, вне зависимости от того, будет что-то на неделе или не будет. Ну, а Джону это не понравилось. Когда я сказала, что давайте это официально зафиксируем на листке бумаги, он как-то занервничал. Хотя я не знаю... Можно вам проблема? Совет дать? Ну? Не слишком вам доверяйте. Ну, они вроде, ну, как пытаются помочь. Да, они пытаются помочь, но не слишком вам доверяйте, пожалуйста. Ну, теперь ты меня заставил задуматься. А нас не пристрелят здесь? Надеюсь, нет. Я схожу. Ой, да, я солнце. Там. Мисс Флетчер? Да. А где ваш помощник?
Он пошел за своей шляпой. Мисс Флетч. Да, Сис. Вы собираетесь коня отправить к нам на конюшню? А, в смысле? У вас перед аркой есть замечательная привязь для лошадей. Отец, ну ты же знаешь, что охрана у нас нервная. Но тем не менее, вчера лучше люди привязывали. Раз, лучше все равно лишний раз ей не докучать. Тогда лучше убрать его на конюшню. Привязать где-нибудь там. Сейчас я парнишку отвезу и приеду сюда к вам. Вы будете в доме? Да. Ладно. Господи, что это за мужчина шляется по полям? Это Габриэль, который вчера мне помогал, но пострадал, бедный. Я так смотрю, ему совершенно не жаль свою обувь. Кого? Обувь свою. У нас же есть замечательная дорожка. Ладно, прошу меня простить, я скоро вернусь. Габриэль, садись. Вы уже уезжаете? Да от тебя отвезу, давай. Я дойду, он тут давай, близко. Давай, говорю. Что тут? Спасибо. Идти. Тебя же ждут, как я понимаю. Да уже, наверное, не ждут. Да как это? Господь! Очень приветливые. Да. Охранники у них любят пошутить, я так понимаю. Они еще мне предлагают здесь жить. Не очень горю желанием. Ты не пострадал? Нет, нет. Точно? Нет. Точно. Фух. Непонятно, с чего они вдруг. Напились, может быть. Может быть. Спасибо. Ладно. Ой. Я думаю, разберешься, да? Да. Спасибо большое. Если вдруг не уедешь, я, наверное, сюда приеду, найду тебя. Поедем просто ко мне на ферму. У меня куча дел дома. Если что, захочешь, составишь мне компанию. Да, наверное. Ну, если еще встретимся с вами, да. Да, да. В городе. Вообще, да. 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 Ладно, аккуратненько. Так, секунду, момент. Да ёлки, всё, я здесь. Алис. Ой. Thank you.
Будь здоров. Алис, хорош. Так, вы же свели вчера коней, да? Нет, давайте их сегодня опять. Я передала вашей сестре, она, видимо, вам не передала. Нет. Кобыла вчера была абсолютно против. Очень попробуем жаль. Сегодня еще раз. Берите. Эйнджел в стойле. Мне которого брать? Это? А, все. Вот кобылка. Можете идти, и я, в принципе, вас позову, когда освобожусь. Хорошо. Спасибо большое. Ну, малышка, давай, давай. Что ты? Да-да-да-да-да-да. Все хорошо. Угу. У тебя обязательно получится красивые малыши. Посмотри на себя, какая ты замечательная. Да-да-да. Пойдем прогуляемся. Да? Блять. Пойдем, пойдем. Да, да. Да, вон, видишь, какой у меня красавец тоже стоит. Угу. Но он тебе не пара. Да. У нас, может быть, и красивые получились бы же ребята, но я думаю... Не факт. Как-никак у тебя есть такой мужчина. Даже у лошади, блядь, есть мужик. У меня чисто иногда бэт прям вырывается с этими матами. Так, парень, пойдем. Тихо, тихо. Сейчас будет 18+ с лошадьми. Спасибо за follow. Да ладно.
Но она у меня такая очень-очень лайтовая версия. Бэт. Бэт, конечно, у меня вообще злющая была. Это да, она такая вроде как и злится, но пытается держать, так сказать, баланс. Типа приличия какие-то. Да, поздоровайся с ней, давай, давай. Процесс такой, блин, бывает. Тихо. Ой, да, конечно. Хороший. Угу. Бля, хорошо, конь сейчас скачет так. И кобыла спокойно стоит, отлично. Думаю, как бы сейчас пройти. Я рада, что хоть кому-то нравится персонаж. Мне что-то кажется, она такой достаточно обычный персонаж. Ничего такого. У меня был марафон такой, знаете, типа создания разнообразных персонажей. Так, хорошо. Вот и все. Хорошие ребята. Здравствуйте, да, здравствуйте. Здравствуйте, мисс Флетч, еще раз. Здравствуйте, да, погодите, у нас процесс. Так, тихо. Энджел его зовут, Энджел. У обычных персонажей есть большое преимущество. Они могут пройти через арку и стать необычными, да. Ну да, это клёво. Сэм, она что, хочет спарить жеребца жеребцом? Тебе кажется, отец. Наверное, зрение меня подводит. Да. Кстати, будь так добр, отдай мне бинокль. Подожди секунду. Не пойму. Да нет, это точно жеребец. Нет, тебе кажется, отец. Райли у нас девочка. Она хочет разводить андалузских. В каком смысле андалузских? Я сам не попросил. В смысле хочет. Это потому что я Энджел. Держи. Кстати, нужно было попросить напомнить и Смит, что у нас в полдень обед. Жаль, мы не сможем пригласить мисс Флетч, потому что она в штанах. Очень-очень сильно сомневаюсь.
Господи, это так... Тихо. Мисс Нэш просто стоит, смотрит фильмы тут. Так, тихо. Так, жеребца надо быстренько в конюшню, а то он сейчас слишком. Да-да. Не знаю, Рен, как ты отыгрывала, я отыграла вот так. Ой. Что ж, ну будем надеяться, что все получилось. Сегодня она ведет себя получше, получше познакомились с друг другом. Ты молодец, малышка. Да. Не-не-не, ну я сегодня сводила всех своих троих, блин. Своих. Это уже четвертые. Алис! Четвертая пара у меня за сегодня. Миссис Флетчер, что да-да. Вы еще раз говорили? Говорю, что надеюсь, что все получилось. Сегодня она ведет себя более спокойно. Хорошо. Возможно, и правда испугалась людей. Нужно, если вы планируете на ней прям ездить, нужно ее знакомить с людьми. А то мало ли какие казусы могут произойти в городе. Да, понимаю. Лошади... скажем так, за ними хорошо ухаживали, но ужасно воспитывали. Ну... Пока нас не было в городе. Скажите, видите ли, мисс Флетчер, все-таки хотел бы заметить, что ни в коем случае я не пытаюсь оскорбить вас, но... Вас смущают мои штаны? Да. Я поэтому в дом к вам и не заходила. Да, скажите, у вас есть что-нибудь с собой переодеться? Да нет, я дома все оставляю. Вы хотите, чтобы я зашла в дом? Да, мы хотели бы вас позвать к ужину, но, боюсь, отец это воспримет как выпиющее. Я просто не рассчитывала на это, поэтому и приехала так. Могу съездить домой переодеться. Но я надеюсь, что ужин будет недолгий, то у меня дома очень много дел. Нужно клеймить 3 или 4 лошади. О, ну, тогда не смею вас отвлекать, мисс Флетчер. Что ж, ну, в любом случае, у меня к вам был разговор, поэтому я думаю, пока ночью я не буду заниматься клеймом. Я съезжу сейчас домой, предупрежу людей, что я буду у вас, потому что меня постоянно ищут. И переоденусь для вас. А, было бы замечательно. Что ж, тогда ждем вас. Думаю, обед все-таки можно немного отложить. Давайте тогда мне Райли. Да, давайте вы ее отведете, да. Угу. Тогда отправляйтесь поскорее домой. Ждем. Да. Подарите платье. Алис! Господи, подарили микрофон. Моему ребенку подарили микрофон, ребят. Это жесть. Это такая жесть. Там есть разные функции на этом микрофоне, разные изменения голоса и все тому подобное. Это... Ой, вообще. О, видали, да, какие уже ездят? И только одна миссис Флетчер такая, нет. Двух женщин уже схватили, потащили в особняк.
все очеловечили, стали приличные леди. Леди прилично стали, понимаете ли. И одна миссис Флетчер такая: нет, буду ходить в штанах. Я вся такая сильная, независимая, да? Трындец. Упертая просто. Габриэль, ты остался в городе? Ну да. А преподобного не встречал? Преподобный Нет, Янг. Не видел его. Не-а. Ну хочешь, скатаемся ко мне на ферму, я переоденусь, и потом заедем сюда. Преподобный, кстати, должен быть у меня на ферме. Он, если что, живет там. А вам нужно, вам нужно сопровождение нужно? Ну, знаешь, будет неплохо, если составишь, так сказать, компанию. Или давайте, ты ладно, ждешь вы, кого-то? Я вас... Нет, я никого не жду. Прокатимся. Ну, просто пытаюсь принять какое-то решение, и вот думаю, надо оно мне или не надо. Помочь? Ну, принять решение. Ну, да. Ну... Ну, тебе помочь или нет? Или это секрет какой-нибудь? Ну, скажите, вы предпочли бы что? Тяжелый, долгий труд и лишения, которые с этим связаны, и жизнь впроголодь, либо риск и тоже риск, в котором можно не беспокоиться о том, что вы долго будете зарабатывать что-то, но в то же время вы рискуете своей жизнью? Скорее всего, первое. Боже, какая отвратительная погода резко. Скорее всего, первое, но, возможно, потому что у меня жизнь такая. Сплошной труд. Но, в принципе, плоды свои приносит. Но вам стой, не видно, когда вы стараетесь. Кто-то, и... кто-то слез. Оружие есть? Есть. Мисс Флетчер? Да, она самая. День добрый, вечер. Кто там убежал на лошади? Что? Там кто-то на лошади ускакал. Ускакал кто-то. Быстро сюда иди ко мне. Иди сюда. Этот справа, это кто? А, это... Ага. Но в прошлый раз он поскакал, вчера мужик вот в поля прям. Вот сука, какая-то тварь сидит здесь, как клоп. Вы уверены, что видели кого-то? Да, естественно. Кто-то пронесся прям прямо на лошади. За спинами, да, вот и, видимо, вот кто-то вот прям в лесу у меня прячется. И его нахрен сожгу скоро. Спокойнее, спокойнее. Да. Скажи, вы сожжете того, кто прячется, или лес прячется, сожжете? Лес сожгу, чтобы не прятались. Вот твари. Ладно. Я сейчас приду. Да. Mm-hmm.
вечер? Да, сейчас. Да, конечно. Да. В общем, разобрались. Мистер Купер, шериф Купер его нашел. Это был чернокожий. Чернокожий. Какого черта он тогда приехал и уехал, скакал? Спокойнее, если он нормальный. Спокойнее, пожалуйста, не кричите на меня, мисс Флетчер. Я не накричу на вас. Я не говорю, что вы негодяй. Я возмущена ситуацией, блин. Я все прекрасно понимаю. Вот, понимаете, он искал мистера Моксли. Сел на лошадь и удрал. Ну, он же вас не грабил, правильно? Да, потому что он удрал. В общем, ладно. Вы что-то хотели, да? Я хотел у вас спросить по поводу лошадей, конкретно тех двух, которые были проданы. Во-первых, мне нужно узнать их описание, какие лошади были именно угнаны и тому подобное. Вороной рысак. Секунду, я могу записать, да? Давайте. Вороной рысак. Американский, так понимаю, да? Да. Кличка? Я не знаю, какая у него кличка была. Это был конь этого мистера Нокса. Это его конь был. Скорее всего, купча у него должна была быть. Не знаю, осталось нам где-то или нет. Никса или Моксли? Никса. Которого здесь убили. Угу, угу, так. А второй конь мой был. У него клеймо было РС. Я его покупала здесь, недалеко от конюшни. Это чистокровный был. Темный в яблоках. Он темный почти как черный, но такой слегка в пятна. Характерное у него пятно на лбу было, как большой полумесяц вытянутый. Ага. Клеймо, я не понял, у той и другой конюшни, ну... Что было ваше? Конюшни. Нет, это не моя, не мое клеймо. Это лошадь я покупала в другой конюшне. Ага, я понял. Хорошо. Мистер Рейборна, лошадочка, у вас куплена, так понимаю? Да. Ага. Соответственно, мне нужно все, что знаете об этой лошадке. Клеймо абсолютно. На задней ноге F у нее на левой внутренняя сторона, чуть ниже. Угу. Потом она темно-гнедая в яблоках. Ему, по-моему, было около 4 лет, жеребец молодой. Угу. И клеймо мое, да. Клеймо ваше. Хорошо, хорошо. Жеребец. Сколько ему на вид лет, месяцев? Да, он было? Молодой, он был... Ну, я же говорю, он 4 года ему было, но он такой был весь... Поджарый. У него был первый владелец, так сказать, поэтому он такой резвый, молодой, с характером. Понимаю, понимаю, хорошо. Просто, понимаете, нужно раскручивать все эти ситуации, а то они буквально стоят на месте, и этим занимаюсь я, благо меня суд отпустит. Так сказали, что этих лошадей продали в какую-то бухту, как вы их уже вернете уже? Нет, лошадок-то уже этих, да, не вернуть никак. Но вот еще есть вариант от мистера Рейборна его лошадку спасти. А, вот. Да. Пока все равно информации по ней нету, поэтому собираем. Вот. Ладно, я понял. Еще что-то у вас происходило здесь, миссис Лотчер, пока я отсутствовал в городе? Нет. Угу. Я просто слышал о пограблении вашем, потом нападении на вас, кажется. Ну вот, когда украли лошадей. Ну и потом вот у Габриэля украли лошадь здесь. Угу. Самое интересное, что именно лошадь. Даже вещи личные не украли никакие. Да, именно. Чистокровный конократ, да, можно так сказать. Ладно, я понял, хорошо. Что да, ж, здесь информацию все же виселится вы на подтвердили них. И дали еще кое-какую. Спасибо, спасибо. Угу. Ладно, не переживайте. Вытащим эту всю ситуацию на себя, как говорится. Доброй да ночи, что спасибо. Что переживать, да, не за что. Можем в любом случае, я уже ничего не получу с этого. Так, а куда Габриэль ушел? Куда-то в ту сторону. В нужник, может. Габриэль! Габриэль! Блядь, куда он пошел?
Бля, где Грег? Да Габриэля надо найти, он же без лошади. А куда еще раз он пошел? Мэтт! Он пошел туда, куда-то в сторону тех холмов. Не по дороге, а в сторону холмов пошел? Да, да, да. Блядь, ну Грег, ну нафига ты ушел и ничего не сказал? А могли бы вы его найти и вернуть в город? Хорошо. Спасибо большое. Я поеду, а то меня ждут. Да, конечно. Как Ханови, прусь! Меня ждут, блин. Все хорошо? Да, как ваш сын? Уже получше, слава богу. Ночь, правда, прошла и тяжело, но... Сейчас вроде как он в порядке. Ну, это главное. Да. Вы не знаете, что это за люди, которые прибыли? Знаю. А что? А, да. Не могу просто разглядеть их. Так, миссис Флетчер. Да. Так, вы не видели мисс Смит? Она на кухне. Нет. Должна завернуть, точнее, еду для прибывших людей. А, что ж, хорошо. Давайте, может, придем дома уже ночью. Я думаю, мистер Грейт будет не обидеться. А? Говорю, давайте, может, в дом пройдем. А, ну, да, наверное. Я пойду пока проверю, как там Рон. Угу. Мисс Флетчер. Да.
Присаживайтесь, вы ждете Сэмми. Ну, не знаю, он сказал, на ужин пригласили. Конечно, конечно. Присаживайтесь, проходите в зал. А, в который? Не в зал, а в обеденный зал. Ладно. Сейчас мисс Смит накроет. Я пойду позову мисс Нэш. А можно как-то все здесь схидрить? Так интересно, от кого это было сказано про манеры? Слишком упертая, чтобы ее учить манерам. Дал еще и денег. Я в тот раз ему дал денег с избытком, чтоб ты понимал. И платить ему за что-то. В любом случае, да, сегодня, значит, заплатим. Ну тогда это надо делать поутру. Не выходить ли, не выходить ли собирать кукурузу среди ночи. Как ты думаешь, Клинтон, он может у тебя переночевать? Клинтон? Я думаю, вполне. Мальчик мой. Нет. Скажи мистеру Томасу, что с утра с позаранку нужно будет собрать урожай кукурузы. Поможешь ему. И ты не видел мистера Моксли? Что ты делаешь? Да, не видел. Оль, можешь ей, пожалуйста, включить? Оль! Нет, очень жаль. Вам нужно будет с утра взять грузовую повозку и наполнить ее свежей кукурузой. Хорошо. Да, первосортной свежей кукурузой, Клинтон. Понимаю. Вот. И потом мы отправимся на консервный завод. Пока же устроим мистера Томаса у себя. Если он голоден, и вы голоден. Ты, кстати, ел, мальчик мой? Да, я в городе. Смотри, мисс Смит, если что, получил указание. Все-таки ты тоже часть нашего дома. Да. Слушай, мистер Бойт, простите за вопрос, а вот неприятность, которая вчера произошла, а у нас, ну, у поместья вообще было известно то, что пумы водятся? Нет, нам это не было известно. Тем более, я так понимаю, это произошло не на территории, не на наших землях. Ну, это вот прям у забора произошло. Если хотите, вы можете на ночь с мистером Томасом пойти и заняться отстрелом этих диких животных.
Да, блядь. Вот, кстати, про конокрадов. Единственное, знаете, что бесит? Что вот, блядь, сколько не воровали лошадей, вот где бы я ни играл, ну, невозможно вернуть. Ну, типа, все, забей. Украли, что бы ты ни делал, все, ты не вернешь. Типа, когда говорят, что всегда можно вернуть, я уже так, кстати, на это смотрю с таким, знаете, ну да, конечно, вернуть. Располагайтесь, миссис Блэчер. Да я постою, пока разглядываю ваши замечательные стены. А, конечно. Очень красиво. А что же, миссис Нэш? Мисс Вик не звала мисс Нэш. Может быть, она вместе с сыном? Пойду спрошу. Я ушел. Могли бы хоть через одного звездочка, типа, нашли другого в штате в плохом состоянии, чтобы бы их включить. Ну, да, вот меня и бесит, что все, типа, вот на моей памяти ни одну лошадь не вернули. О, это я попросила. Мисс Флетч. Да. Флетч, что же вы так далеко? Секундочку. Поближе к огню. Вы замерзли. Нет. Да, блядь. Просто... Рассказывайте, мисс Флетч. Вы, кстати, прекрасно выглядите. Вам очень идет. Ваш наряд. Прошу прощения, это вы звонили в колокольчик? Да, мисс. Вы не могли бы мне тоже что-нибудь докрыть? Алис, что вы хотите, закуски или... Отец, там еще гости. Ну что же, мисс Смит, как видите, у нас сегодня очень насыщенный вечер. Поэтому будьте добры, да, принесите еще 3 комплекта приборов. И мясо. Да, отец, приехал мистер Купер и старший помощник Дэвис Хадсон. Я никогда не видел вас, мистер Хадсон. Здравствуйте, мистер Купер. Здравствуйте, мистер Хадсон. Проходите, присаживайтесь. Да, конечно, сэр. Искренне благодарю.
Вы устали, вы голодны с дороги. О, поверьте, нет. Я бы хотел на самом деле с вами кое-что обсудить. Да, и мистер Хадсон, это мой отец Джеральд Малькольм Брейтвейт. Я с ним знаком, поверьте, за 2 года. Я много наслышан о вашей семье. Я говорю, мы приехали совсем недавно в город. Снова. Ну, значит, с вашими родственниками. Ну что ж, замечательно. А где у вас здесь можно повесить шлепу на вешалку? Или... В прихожей. Они пытаются всех, ну, как мне кажется, они пытаются всех мистер Купер к себе расположить. Сэр. И всем пытаются предложить работу и все такое, типа, влияние добиться. Нет, сэр, я недавно... Ну, и так как я конюх, типа, черт, они... Ну, хотя, сэр, извините, хотят, чтобы я им помогала с лошадьми. Не откажусь, все-таки это будет как-то... Конечно, конечно, отведайте с нами, даже у скромного ужина. А потом уже поговорим о делах. Да, конечно, сэр. Кстати, а как, напомните, прошел у вас званый вечер? Вчера, да. Да, как он у вас прошел? В целом, мне кажется, довольно-таки неплохо. Мы пригласили весь город. Всех желающих, конечно. Да, только, к сожалению, я не мог прибыть из-за своего шаткого здоровья. Очень жаль, мистер Купер, что у нас вчера еще и скачки проходили. Был и этот, как его называют, Сэмми? Фейерверк, точно. Да, фейерверк. Жалко, что я его не посмотрел. Наверное, был красивый. Да, зрелище было то еще. Не вы, к сожалению, один его не посмотрели. Я тоже не смог посмотреть, потому что вчера на Рональда, сына мисс Нэш, напала пума во время скачек. И очень сильно его поранило. Бедный мальчик. Да, это... Но наш цветной, к удивлению, спас. Осуждаем. Спас это этого отважного молодого мужчину. Но, я надеюсь, не так все серьезно у него. Я надеюсь. Мисс Нэш ухаживает за ним. Они, кстати, у нас в гостевой комнате. Потому что мальчика нельзя отпускать. Состояние у него не из легких. Ему сейчас вредно будет куда бы то ни было отправляться. Поэтому они остались у нас, пока Рональд не почувствует себя лучше. Мисс Смит, выглядит замечательно. Благодарю. А, кстати, а кто выиграл на скачках? А, как же его там звали? Помощник шерифа, насколько я знаю. Нет, помощник шерифа приехал вроде бы вторым. Вроде как наоборот. Мужчина в сером костюме приехал вторым. А, первым приехал... А, точно, этот, Конор Фреймс. Да-да-да. Благодарю. Фреймс. Я его не припомню. Это такой ходит в расписанной жилетке с красным... Конор? Бортом или галстуком. Конор Фреймс, да. А, я его просто знаю только по имени, сэр. Ну, я и говорю, Конор Фреймс. Mm.
очень изысканное, конечно же, блюдо. Так, ну что ж. Только, насколько мне известно, второй джентльмен вел себя совершенно неспортивно. Который ехал на нашем коне. Да, очень-очень некрасивые слухи дошли до меня, что он пытался смухлевать. Не дело. Это сродни шульничеству, жульничеству в картах. А за такое так-то убивают. Безусловно, безусловно. Неприятный эксцесс. Неприятный. Впрочем, не будем о плохом. Не будем о плохом. Да, вы это, пока, конечно, за обедом про дела лучше не говорить, но хотя бы примерно вы можете сказать, зачем приехали? Абстрактно, я понимаю. А, на самом деле, как раз-таки хотел спросить по поводу ваших коней. Это касается одного из расследований. Мне просто нужно узнать одну информацию, не более. А вы что-то знаете о наших конях? Наслышан. Как только вернулся в родные края, грубо говоря. Странно. Мне передали люди. Люди. Да и потом вы сами сейчас промолвились в диалоге о скачках, что у вас есть свои кони. Ну, безусловно, конечно, уже у нас же конюшня есть. Мы же на чем-то должны передвигаться. Вот, вот, и я про то же. Так, питье совсем не подали. Совсем не подали? Да, но... Как насчет чего-нибудь горячительного, джентльмена? В плане алкоголя? Ну, в плане да. Почему бы и нет? Извините, но без меня, джентльмены, из-за сердца. Да. Но индейка достаточно вкусная, сэр. Очень. Это мисс Смит от ее кулинарный талант. Мы очень рады. Да, благодарите, мисс. Я пойду пока посмотрю, что можем мы выпить. Кстати, Сэмми. Да. У вас совершенно нет сигар. И то верно. Было бы неплохо купить где-нибудь. Да, как будем в городе, нужно будет заглянуть в табачную лавку. Потому что приятно вечером собраться в зале и раскурить сигару. Да, да, ты прав. Так, так, так. Алкоголь, точно. Мистер Брэдвейт. Да, мистер Хадсон. Господи, я даже забыл, о чем хотел вас спросить. Да. Как только закончится ужин, я могу навестить Рональда? Безусловно, если вы знакомы с этим бедным мальчиком. Не сказать, что он бедный, и не сказать, чтобы он мальчик. Он мужчина, как-никак. Мистер Хадсон, я имею в виду то, что ему вчера было нанесено страшное увечье. Это понятно. И для меня он мальчик, потому что у меня уже даже сын старше Рональда. Это он для всегда для меня будет бедным мальчиком. Да, конечно, конечно. Так или иначе, все же он мужчина, и все мы попадаем в беды. Мистер Хатс. Да? Тем не менее... Дело в том, что Рональд, мы к Рональду относимся как к нашему сыну. И уж
как обращаться к бедному, бедному, отважному юному джентльмену. Мы разберемся. Все-таки я не один год живу на свете. Ну, видишь, такие вот они, вот такие. А вообще, как у вас дела, не считая того, что, ну, у вас произошло, так сказать, мероприятие довольно обширное. Как, в принципе, дела? Ну, если говорить за дела, именно бизнес, то на самом деле все идет не самым лучшим способом. Нас долгое время, точнее, никогда здесь не было, и никогда мы этим домом не управляли. И как... Сплошные убытки, управляющий запустил поместье. Да. Да. Чёртов Линкольн, проклятая гражданская война, до чего он довёл бедных, бедных американцев. Наверное, вы правы. Кстати, насчет тех двух. Я их пока что еще не видел в городе. Да и нам надо было отъехать. Но если мы их сегодня найдем, постараемся их как-нибудь к вам отправить. Это было бы превосходно, потому что с восходом мы отправим наших работников на поля. Пора собирать свежий урожай. Тем более у нас есть некие обязательства с одним из заводов города Сен-Дени. Даже так. Это замечательно. Спасибо, Сэмми. Спасибо, мальчик мой. Благодарю. Кстати, а из тех рабочих, которые я вам до этого привозил, они как себя показывают? Ну, я же им сказал, чтобы они появились через 3 дня. И завтра будет как раз 3-й день. Да, с рассветом. Мы их так и не увидим. Поэтому вынуждены отправить нашего Клиндона. Для того, чтобы он нашел человека. Чтобы мы могли отправить в поле. Спасибо большое за ужин. Оставлю ваши мужские, да, диалоги в мужском кругу. Я вас подожду в зале. Мы-то как раз и собирались пройти в зал, но, впрочем, да, пожалуй, оставим вам место там. Спасибо. Мы можем подняться на балкон. У нас там есть столы. Я видела, у вас есть читальный зал, могу там. И читальный зал тоже есть. Там присесть негде. Проходите, миссис Флетчер, в зал, а мы пройдем на балкон. Что, джентльмены, прошу.
там Клинтон ходит, интересно. Да, я пойду спрошу, что там у Клинтона. Нам за вами, мистер Брэй. Дети шерифы взялись, ты мне скажите, а? Я хотела говорить нахер, а в итоге опять я торчу. Ладно, ночь, нам надо подождать где-то. Немножечко косо села. Да ёпарный нахер. О. Да? Ага, сильно поменялось? Ну ладно. Вообще мы можем с нее слепить такую нифиговую бабу. Так-то. У нас в принципе есть все для этого, чтобы сделать из нее неплохую такую женщину. У меня, в принципе, на нее планы длительные. Идей каких-то на другого персонажа у меня нет вообще. Поэтому вот что-то долгосрочное можно с нее сделать. Я думаю, достаточно влиятельную женщину можно сделать. Сколько-то у нас время. Уф. Нет мужа. Типа, она у меня не рассчитывает на мужчину. Вообще. Потому что она... Ну, у нее был муж. Она вдова, типа. Вот. И ей уже 27. И она уже такая... Уже не надеется, что кто-то на нее поведется там. Что-то делать будет. Поэтому, скорее всего, одна будет. Я сомневаюсь, что кто-то пойдет какие-то мутки мутить. Вроде как ни у младшего, ни у старшего нет. Да ну, слушай, никто ее не возьмет из этой семейки. Ты чего? Она, глянь на нее. Ходит в штанах, она с лошадьми работает, все это. Кто там ее это? Им, во-первых, сколько нужно будет сил для того, чтобы ее вообще как-то... Леди из нее сделать. Она же не хочет этого. У нее всякие обстоятельства жизни происходят, такие, которые, наоборот, типа, ее в леди не превращают, а наоборот, типа, она такая становится уже более сильно независимая женщина в штанах. Поэтому не знаю. Если бы у нее был какой-то там мужчина, и там. Возможно, даже изначально, если бы были какие-то такие более дела, то еще может быть. А так она всю жизнь пережила на фермах. Причесает, платье свадебное, детское. Да. Да. А будут ей попробовать какую-нибудь другую прическу, что ли, сделать?
Посмотрим, как пойдет. Такие долгосрочные планы есть. Главное, чтобы они получились. Понятное дело, что будут препятствия. Но я очень надеюсь, что дойдем до какой-то цели. Единственное, что я абсолютно не знаю, в случае чего, куда, блядь, переезжать. Вот. Куда? Некуда. Я, конечно, подумывала о том, что вот здесь есть домик. И прямо вот здесь есть вот конюшенька. Там еще лошадки ходят. И типа, если прям буду при деньгах, то можно было бы куда-то сюда переехать. Но я чёт хрен знает вообще. Ну, если... Хочешь изменить персонажа, то перемены должны быть заметными. Значит, нужно довольно приличное время. Ну, понятно, конечно. Конечно. Не, ну видишь, на нее уже... Нет, уже пошло влияние того, что у нее на земле убили людей, опять же. Вот мужа у нее на земле убили, это по Квенте. А потом получилось так, что и людей у нее на земле убили. Ограбили ее, людей убили. Потом опять начали грабить. И она видит, что... Понимает, что если не она, то никто с этим не справится. Она одна совсем. Поэтому ей нужно становиться более сильной, учиться защищать себя самостоятельно. Вот. То есть такую, типа, более сильную ее делать. Леди Ковбой, да, вот ты знаешь, я вот хотела ее сделать, что-то типа реально. Вот. Леди Ковбой, да. Нифига себе, что за свет такой засветил тут. Типа, вот, да. Просто если все пойдет с лошадьми хорошо, я вот рассчитываю на это. То, конечно, потихоньку ей нужно будет избавляться от, не знаю, либо работник. Ну, короче, надо будет развиваться больше, расширяться, типа вот. Ну, я просто единственное, что не знаю, куда.
косе зум от теней. Мадам, если вам что-то потребуется, я нахожусь дома. О, спасибо. Да, вроде ничего не требуется. Бля, дети шерифа взялись, пусть они уже уезжают. Дайте я поговорю, да уеду. О, миссис Флетчер. Да. Я ни в коем случае не пытаюсь вас выгнать, но хотел бы спросить. Вот это. Мы закончили свои дела. Вас проводить? Вообще, я уже в который раз пытаюсь с вами поговорить, но приехали шерифы и вас отняли. Так это и не понял. У меня и так много дел, и уже утро, и да, поезжу. Да, давайте я тогда, простите, что я заставил вас ждать. Давайте поговорим здесь или где-нибудь в другом месте? Можно в другом, наверное, месте. Пойдемте тогда в гостиную. Что-то потеряли? Нет, я просто проводила утреннюю уборку. А, хорошо. Я открыла окна, чтобы свежий воздух зашел после ночного затхлого. Обычно приятно бывает. Замечательно, спасибо. Так, можете пока где-нибудь в другом месте убраться, мы пока поговорим. Да, конечно. Итак, что вы хотели, миссис Флетчер? Я хотела обсудить у вас с вами лошадей. Да, конечно. О чем вы хотели поговорить? Я хотела у вас узнать, насколько вы настроены на разведение. Это ваша цель такая? Или просто хобби? Или... Ну, непосредственно я куда больше люблю заниматься лошадьми, нежели кукурузой, как мой отец. И пока я занимаюсь этой ветвью бизнеса, вот. Я занимаюсь, да, соответственно, курирую все это дело, плачу людям деньги, ну и продаю богатым клиентам или не очень. Получается, все же вы продаете лошадей? Да. Просто вы мне в роуте сказали, что вы не собирались продавать, а для себя разводили. Не припомню, чтобы я такого говорил.
Возможно, отец ваш обронил это. Что ж. Ну, а что, вас это тревожит, миссис Флетчер? Вы знаете, я бы не сказала. Я хотела бы у вас уточнить определенную породу лошадей, которая у вас имеется. И хотела уточнить, насколько вам принципиально именно этих лошадей разводить. Андалузские и ахалтекинцы. Мы планировали только этих разводить. Может быть, когда-то мы купим арабских, но в остальном да. Мы разводим и эксклюзивно продаем только этих двух лошадей, две породы лошади, потому что, ну, все-таки такие лошади — это больше украшений, покупают таких лошадей только богатые обеспеченные люди. И поэтому мы занимаемся ими и, конечно, единичными, считайте, экземплярами продаем. Как вы смотрите на то, как бы так вам сказать, что если я вам предложу какую-нибудь другую породу в обмен на халтыкинскую? Не меньше, чем арабскую, миссис Флетчер. А кладрубские? Потому что обмен должен быть равноценный. Кладрубские тоже хорошие лошади, но мы не планировали их разведение. И опять же... Просто ваша сестра восхищалась этой породой, я это не могла не заметить. Я знаю, именно поэтому у нас день есть... День добрый! Здравствуйте. О, Элизабет, ты проснулась. Да, да. Как ты себя чувствуешь? Все хорошо. А где папенька? Папенька пока... уехал показывать Томасу и Клинтону поля и где им работать. Нам надо все-таки собрать кукурузу. Хорошо. Не буду вам мешать. Хорошо. Просто понимаете ли, миссис Флетчер, коли вы нам предлагаете кладрубскую, то, возможно, мы можем согласиться, но речь, скорее всего, идет о сотнях долларов. Я понимаю. Скажем, если вы нам продадите даже две кладрубские, вам еще придется несколько сотен долларов отдать нам сверху. За сколько же вы продаете халтыкинских лошадей? А халтыкинцев мы продаем за 200. Ну, скажем, мы продадим вам пару за 400. Это если наличными. Но учитывая то, что вы хотели бы ими заниматься, то 500. 500 долларов. Если же вы хотите как-то заместить, и как же, так сказать... Обмен с доплатой? Обмен с доплатой, да. Я бы сказал, что это было бы долларов 250-275. В зависимости от того, какой масти кладрубские. Но это я вам очень грубо говорю, я не подсчитывал. Конечно, моя сестра восхищалась кладрубскими, но мы спокойно можем купить ей одну такую лошадь. Нам нет нужды в нескольких. Ну, кладрубские лошади в карете смотрятся красиво в четверке. И скажите же, куда особенно нам на вороны. Этой четверке ехать? Не знаю. Мы не путешествуем так далеко. Двуколка, карета и кабриолет — это всего, чего нам хватает. Для этого нам прекрасно хватает двух лошадей. Хорошо, это первый вариант. А что, если я у вас выкуплю кобылу, возможно, да. Также с кладрубсками, но я буду к вам приводить на сведение кобылу.
Я буду вам помогать с ведением других пород. Пока, так скажем, сколько бы вы хотели получить, если бы, допустим, у меня была халтыкинская кобыла, и я бы привела ее на случку с вашим жеребцом? Сколько бы я хотел получить? Ну, вы же хозяин коня. Верно. Обычно? Я бы сказал, не меньше 40 долларов. Угу. За сколько вы продадите кобылу? Это как вариант, чтобы обдумать. Так, у нас же золотистая кобыла, да? Вроде как жеребец у вас золотистый. Да. Кобылу я не видела. Серебристая у нас кобыла. Я бы сказал, 170 долларов. За кобылу? Да. И сверху случка за 40. Угу. Ну, может быть, я, конечно, перебираю. Но думаю... За 120, да. Я же все-таки 50 долларов, это я преувеличил. 150 это за кобылу. 120. 120 говорю. За кобылу? Угу. И плюс 40. Да. Либо две квадрупские пара. Угу. Плюс доплата. Но вы хотите... Нет, если я возьму только кобылу. Да, звучит как равноценный обмен. Могу я посмотреть на эту кобылу? Да, конечно. Скажите, тем не менее. Простите, я шляпу возьму, секундочку. Да. Блять, а я не взяла костюм шляпы. Да, вы хотели что-то спросить. Да, но... Я тут думаю просто. Ох, ну и погода. Да. Ладно, пойдемте. Так, я тут просто думаю. Это будет прикольно. Будет квест найти квадрупских. Как бы просто взять кредит на лошадь, это одно. Случки за 40 долларов все еще актуально. И еще, миссис Плетчер, вы же понимаете, что мы будем составлять друг другу конкуренцию? В продаже лошадей? Да. Ну, мы можем с вами договориться, что квадрупских, например, разводить я не буду. И какие у вас андалузские? Ну, и то верно. Так, кобыла. Сивиля, давай сюда. Блять, какая она. Я, честно, думала другая, но я сколько думала вот такую лошадь себе попробовать взять, а халтыкинскую. Смотрите, какая она офигенная. Все, я теперь хочу ее, бля. Я очень хотела халтыкинцев. Очень, очень. Очень. А тут вот такая прелесть. Ох, 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 какая она шикарная. Где мой? Стоит мой. На зубы хотите взглянуть? Но я могу вам заверить, что этой кобыле нету и 2 лет.
Ох, она вообще молодая. Она даже еще, получается, потомства не имела. Все верно. Ох, молоденькая девочка. У нас девочка. В конюшне остались самые молодые и самые сильные лошади. Ну и, соответственно, она тоже с норовом. Ну, красиво, смотри, красиво же. Сильно необъезженная. О. Понимаю. Ну, красивая, смотрите, красивая. Извините. Какая же ты красивая. Как ее зовут? Сильвия. Сильвия. Малышка. Какая ты красивая, да. Молоденькая девочка. Ой, какая ты хорошенькая. Прям как на картинках. Да, какая ты. С характером. Скажите, пожалуйста, лошадьми у вас эти вопросы, именно вы ответственны? Отец должен какой-то... Вы, конечно, можете спросить его об этом, но все-таки лошадьми заправляю я. И да, я именно это и хотела он узнать. Он не совсем в курсе всех дел. Просто я к тому, насколько он влиять будет на ваше решение. Я вам сказал, вы можете как... мы можем как обменять... В принципе, если мы меняем одну кобылу на двух колодрубских, можно и без доплаты. Так вы можете и полностью заплатить за нее. Я просто думал, вы хотите двух сразу лошадей взять. Но коли вы хотите взять лишь одну кобылу, то да, две колодрубские вполне подойдут. Я просто два варианта рассматриваю, потому что пока что я не знаю, насколько... Я способна, понимаете? Угу. Вот, и как я и сказал, второй вариант — это... это полная оплата. Угу. 120 и плюс за каждую случку $40. Я вас поняла. Хорошо. Но так или иначе, да, я готов разделить с вами, назовем это... рынком. Вполне подходящее. В смысле, халтыкинских продавать или что? Нет. А, что у вас свои породы, у меня свои? Да. Я думаю, это и правда будет очень... Тем более, враждовать, знаете, я не очень хочу. Да, это верно. Да. Да и шикарных лошадей продавать... По большому счету, мне практически некому. Обычно ко мне обращаются за лошадьми попроще. Просто мой покойный муж очень много рассказывал об этой породе и говорил, что когда-нибудь у нас будет такая лошадь. Он не дождался, а для меня это теперь как долг, знаете. Да, понимаю. И когда вы мне сказали, меня аж вздрогнуло, и я... Не смогла вам отказать. Ладно, спасибо. Меня ждут мои лошади. Надо их клеймить. Вот, да, и... конечно, отправляйтесь. Да. А вы и не клеймили? Нет, они все у нас клеймённые. Клеймённые. Тогда мне нужно будет, чтобы вы купчую мне сделали. Да? Мы не делаем купчих. Мы их клеймим только. Вот. Да. Угу. Ну, чтобы просто мне не заявили, что лошадь краденая, я, понимаете, да? Чтобы все было законно.
Я просто обычно своим клиентам всегда купчие даю. Что же, вы юристы их оформляете? У нас были купчие, просто мой муж еще ими занимался. Вы имеете в виду какую-то расписку, бумагу? Ну, да, конечно. Где записана кличка, масть, возраст и конюшня, где лошадь приобреталась, имя и владельца. Порода. Да, все вот это. Я могу же, вам я показать же юрист, пример. Я же юрист, черт возьми. Я же столько отработал. Просто, отец, видишь ли, миссис Флетчер просит купчую. Ну что же, мы можем оформить ей купчую. Ну да. Так. Исключение можно сделать. Я буду находиться около элеватора, слева от него, там Клинтон с Томасом собирают кукурузу. Они, кстати, как там справляются? Я сейчас и посмотрю. Мисс Смит должна была проверить, чтобы они собрали только первосортную кукурузу. Две повозки мы сегодня отправим в город. Отлично. А вот и Клинтон. Она телега уже полна. Полна? Я сейчас подъеду, вторую подвезу. Что ж, кстати, мисс я не Смит смею приезжала. Вас задерживать. Спасибо большое вам мисс за... Мисс Смит приходила к вам? Да, так конечно. Сказать, помощь, что ли, за понимание. В общем, как только что-то у меня появится, я буду вас держать в курсе. Завтра я приеду проверить, как у вас лошадь андалузская, mm-hmm. все ли в порядке. В общем, завтра тогда мы с вами еще встретимся. Обязательно. Да. Тогда не смею вас задерживать. И... Да. До свидания. Надеюсь, до свидания. Вы определитесь. До свидания. Да. Что ж, ну неплохо, я думала подкинут какую-то штуку, но мне кажется, если и подкинуть им двух кладрубских, это будет намного, типа, ну прикольнее, потому что, ну я могу сейчас пойти взять кредит, да, и что? Самое интересное, кстати, мне в любом случае придется брать, блядь, кредит. Опять. Вот. Я могу взять кредит, да, и сразу прийти сюда и купить. Ну, мне кажется, если я поищу кладрубских, а тем более уже есть зацепочка, и я смогу... Слушай, за сколько... Главное понять, за сколько кладрубских продадут. Тоже такое. В общем, слушайте, я хочу включить музычку, пока мы едем. Какую-нибудь прикольную. У меня тут на этом, на вступлении была такая прикольная песенка. Сейчас. Блин, не это. Вот это. Все, и пообсуждаем. В общем. Тот человек, который кладрубских разводит, ну не разводит, а который вот... Будет неплохо, связи будут. Ой, ты чего? Так что надо будет найти, немножечко потянем. Так. Лошадиный бизнес, это интересно, оказывается. Да. Ой! Сильно завернула, отвлеклась.
На какой трек прокинул? Фига. Парень устал. Шнурки завязывает на ботинках. Здравствуйте. Привет. А вы это покупаете бутылки пустые? А почем ты продаешь? Ну, а сколько вы дадите? Вот бакалейная не стоит, по-моему, 18 центов за бутылку. Не знаю. А где ты их достаешь? Они стерильные? Ну, да, да, конечно. Что? Да, конечно. Только я в них это их пил. Но ты же их где-то взял откуда-то? Ну да. Ты их купил? Я их купил, ну, полными. 10 центов. Ну. Давайте, может быть, 15. А сколько у тебя бутылок? У меня, по-моему, у меня их две. А две? Да. А вы берете прям много? Ну, много. Штук 10 бы взяла. Ну, давай. Ну, ладно. Я... 10-12, слушайте, ну... количество прям... Ну, да, у тебя сейчас две, давай за 12 возьму. Получается 24. Ну, ладно, лучше тогда я их приберегу и, может быть, побольше пособираюсь и вы больше заплатите. Ладно. О, как у вас дела? Я просто... Такие слухи о вас ходят в городе. Обо мне? Какие? Да. Ну, что вы... неприличная женщина. А, да? Потому что в брюках хожу. Ну, да. Ну, что ж, если при брюке это признак неприличная женщина, пусть будет так. Мне кажется, неприличная женщина спят с мужчинами за деньги в салонах. А, ну да, конечно. Это тоже. Я этим вот не занимаюсь. Ну, кто знает. А... Значит, брюки — это неприлично. Чего? Ой, бля. Господи. А, чего? Это кто? А, где? Не знаю, вон он упал. Боже, мистер. Твою мать. Чего? Блин, кажется, ему хреново. О-о-о. Ну, врачей нету, так что хрен с ним. О-о-о. Ладно, я слышал, у вас очень... Много неприятностей, да, возникло? Да. В ферме вашей? Есть такое. Да. И чё, как вы там справляетесь? Мы там, может быть, это... А там, нанимали, может, охранять людей в ферму? Пока это под вопросом. Слушай, мне казалось, что преподобный Синклер, он пошел в салон. Может, стоит позвать? Он вроде как медицинскую помощь оказывает. А, ну вообще он... В самом деле, хоть слухи, что он сомнительный докторишка. Вот, но это все же лучше, чем он в парень валяется. Ладно, ладно, пусть это. Но пусть пока там полежит, сейчас скажу. Ладно, ладно. Приятно было пообщаться с вами тогда. Да? В любом случае. Взаимно. Пойду за доктором. Сэр.
Сэр. Эй, черный, ты че развалился? Блять, осуждаю очень сильно. Я осуждаю это. Черный. Слова осуждаю. Хадсон! Это ты? Он упал. Помогите. Ради всего святого, подожди, я не думаю, что... День добрый, мисс Флетч. Здравствуйте. Работаете? Да, съездил в Сен-Дени, отвез молоко. Что-то там мне не нравится, как ланит телегу. Наверное, колесо разболталось. Сейчас погляжу. Да, можно, конечно. У нас банкир есть. Как ваши дела? Неплохо. Общались с нашими? С кем? Наши, врачи. А, нет, пока еще. Как-то... Они, случаем, еще не в поместье произвели? Да, там. То одному джентльмену требовалась помощь. Я так понял, на него напали... На него напали где-то неподалеку от фермы мистера Моксли. И стало быть и вашей. Какие-то джентльмены наставили на него оружие, а потом начали его избивать. Подождите, где, кто? Работник салона. К сожалению, не скажу, кто он. Он сказал, что с утра пошел охотиться для того, чтобы мясо для салона добыть. Потом к нему подскакало трое, кажется, он сказал, всадников, наставили на него оружие. Он думал, что его будут грабить, и они слезли и стали его избивать. Сказав что-то, что он то ли перешел дорогу, то ли что-то такое. Он сказал, что после того, как он упал, он слышал, как еще кто-то подъехал. И, похоже, нападавших было больше трех. Ничего себе. Да, к сожалению, времена нынче очень неспокойные. Да. Сейчас я к вам вернусь, пойду воды попью. Хорошо. Давай, спокойной ночи. Спасибо, что был. Очень приятно. Приходи завтра. Завтра будем Кладрубских искать. Кстати, не съела там курицу-то.
Что ж, кажется, готово. Так, держите. Что? Деньги за молоко. Так, да. У меня сегодня дела дома есть. Вы планируете в городе быть или поедете со мной? А вам что-то нужно на ферме? Мне как раз надо телегу отвезти. Ну, вообще, мне нужно клеймить 4 лошади. О. Угу. Поэтому, если поможете, будет неплохо. Я в этом не силен, но если просто объясните, что надо сделать, хорошо. Угу. Мы как бы привяжем, но надо будет подержать. Хорошо. Угу. Стоять! А, черт! Господи. Да я заходил этот, мы пока неподалеку здесь были, этого венгерскую проверил. А, все в порядке? Ну да, да, все отлично.
миссис Флетчер, все нормально. Да, да. Это ваши знакомые? Да. Они, в общем, приглядывать будут за фермой. Я им буду платить за это. Ну что ж. А Габриэля вы не встречали? Габриэля? Ну, в начале дня встречали. А потом не встречали. Пойдемте, тогда сразу вам этот... Покажете? Ага. Ну да, венгерскую. Она, в принципе, уже этот... Что тут уже? Уже 4 дня прошло. Уже нормально. Хорошо, да. У нее, возможно, клиент есть уже. А, тогда отлично, не буду вас задерживать. Да, ладно, всего хорошего. Так. Вы что, еще хотите отвезти, да? Нет, я, наверное, оттащу на склад. И беру телегу. Ну, секундочку, сейчас. Я хотела сказать, я сейчас буду заниматься клеймить лошадей. Угу. Какое-то время продолжительно. Я буду здесь находиться, поэтому если вы будете рядом, в общем, будет неплохо. Ну, проезжать, может быть. Ну да, да, там мы наслышаны тут. Да. В общем. Один человек работает. В смысле? Ну, как сказать, работает, обкрадывает людей, коней ворует. Ну, который Габриэля украл лошадь. Ну да, он не только Габа обокрал. А, уже еще кого-то обокрал? Ну, этого, как его, Картера, он, да? Он вроде. Ничего не сказал, сказал, что какой-то мужик, который раньше в городе не видел, и все. Ясно. Может, даже двое, поэтому. Поняла вас. Ладно, в общем, если что, я пока дома. Да, да, мы тогда неподалеку угу. будем. Ну, давайте, давайте. Стой. Отдыхай. Так. Итак. Итак, сначала мы должны зажечь костер.
хотя бы парочку мы должны клеймить. Господи, по привычке. Что я хотела взять? А все. А спички. Так. О, кайф. А сколько, интересно, надо? Ага. Во, отлично. Пошли. Готово. Миссис Флетчер? Да-да. Да. Вам помочь? Да, ну как, сейчас надо раскалить угли. Так, где же этот металлический таз? Где-то я положила большой металлический, не таз, а такой как казан. Блин, нигде нет такой штуки, просто чисто здесь лежащей. А куда же я его положила-то, а? Здесь обыграю. Вы точно вынесли его из дома? Да вот точно. А, он, наверное, вот тут вот в ящике вот этом. Да, точно, вон он там лежит. А ну-ка, сейчас у меня дрова, вытаскивайте там. Вот этот? Да, да, вот он. Ага. Надо будет в нем, там еще старые угли лежат. Надо будет в нем сейчас все это собрать. Так, я... Где же мне лучше это все сделать? И куда его поставить? Давайте вот сюда. Вот сюда ставьте. И сейчас мы в него сюда здесь растопим. Вот тут прямо передо мной. Ага. Так. Вот. Ага. Бля, гляньте, класс, анимка есть. Блин, как это круто! Очень, очень круто. Черт подери, блин. Так. Все. А теперь будем ждать, пока оно все раскалится. Хорошенечко. Не видели мистера Рейберна сегодня? Видела, да. Давно? Прошлым утром. Я тоже. Боюсь, он мог... Слушайте, он говорил, да, что какое-то решение пытается принять. Ну,
Судя по нашему разговору, он весьма печален мысль о потере коня. Да, да, наверное. Боюсь, как бы он не сделал неверный выбор. Вы думаете, он пошел куда-то кому-то мстить? Не знаю, но в городе я его больше не видел. Он общался со своими бывшими друзьями. Возможно, они могли подбить его на что-то или одолжить ему лошадь. Ладно, пойдемте пока в дом, пока там разгорается все. Хотела утром все сделать, как обычно. И темно. Вы, кажется, говорили, у вас есть фонарь? А, да, да. Фонарик, если что, вон там в возле плиты, вон шкаф стоит зеленый, там в нем сейчас секундочку. Алис! Господи. Так. Час. Секундочку. Пока меня отвечают, я тогда иду. Вы, кстати, разместили уже вещи свои там?
Да, оставил Оливик. Ладно. Хорошо. Так. Господи, докатились. Я на своей земле боюсь выйти на улицу. Надо пойти подкинуть еще. Давайте этим займусь. Давайте вместе. Так, еще возьмем парочку. Вот так. О, вот, все. Пойдемте. Сейчас нужно будет бросить клеймо туда и ждать опять. Знаете, у меня небольшие успехи на пути к своей цели, так сказать. Отрадно слышать. Да. Хорошо. Сейчас я клеймо положу. Господи, блядь. В общем, да. Пойдем в дом, пока будем. Идемте. Да, это безопаснее будет. Что ж, знаете, я очень переживаю за Габриэля. Как бы он ни наделал глупостей. Понимаю. Мне кажется, он очень хороший парень, душа у него светлая. Просто, возможно, окружение у него было, которое подавало, возможно, какой-то дурной пример. Не знаю. Ну, вполне возможно. Ну, вроде бы он стремился избавиться от пагубного влияния. Ну, вроде как да. В общем, да. Он сказал, как вы считаете, какой лучше выбрать путь? Быстрый, но рискованный? Либо же все-таки трудоемкий и длительный? Ну, Господь наш любит тружеников. Я тоже ему так сказала, что, скорее всего, лучше все-таки более длительный, трудоемкий, так как меньше риска. Ну и обычно труд и правда приносит результаты. Ну, а потом мы сюда приехали, я здесь увидела помощников шерифа, и мы так и не договорили, но он потом ушел.
кстати, ушел в ту сторону, к этой горе небольшой. Холм, что впереди? Да, на холм впереди, где небольшой такой вот, как камень огромный, как такой. Ушел туда, даже не дождался меня. Я должна была его отвезти обратно в город. Ну что ж, видимо, ему нужно время обдумать все. Так, а может, пока расскажете, что нужно будет делать? О, Грег, спасибо большое за фору. Вместе с Флетчем. Да, по сути, ничего такого. Мы просто, я лошадь привяжу, слегка зафиксирую ее ногу. Вот, вы просто будете придерживать ее за веревку, чтобы она прям не вырвалась. Это, конечно, дело такое, 2 секунд максимум. Вот, и все. Мне надо будет просто успеть поставить ей клеймо к ноге, и все. Она просто может, ну, зачастую так и бывает, она испугается и будет дергаться. Просто ну, чтобы она не вырвалась. Привет, привет, ребята. Приветики мои хорошие. Габриэля, ну, я уже не прошу не помогать. Оно надо еще чуть-чуть подождать, потому что там температура должна быть хорошая у него. Ну что ж, как скажете. Да. Так. Сколько нам у нас время? Блять, пиздец. Куда этот товарищ-то ушел? Ничего себе. Спасибо большое. Вообще прям. Где запись? Какая? Я опубликовала вчерашнюю запись. Вы чего? Хватит. Блин, ребята. Было бы как ради дела чего? Сейчас в шерифском офисе. Я все никак не могу понять, сколько сейчас помощников шерифа. А, так будь. Ее, блядь, опять надо же опубликовывать ручками. Ну там, как я поняла, вернулся предыдущий помощник, которого, кстати, собирались судить. Хм. Видимо, сбор подписей помог. Ну, кстати, я даже ничего не подписывала, ко мне даже не подходил потом помощник. Вернее, шериф уже. Но, тем не менее, его стараниями. Да, ну, он взялся, тем не менее, за все эти дела опять. Ну, вы знаете, мне кажется, он такой лидирующий. Пытается брать больше на себя, возможно, чем нужно. Ну, что ж, время покажет. Да, он просто, и как сказать вам, имея... Ну, у него вот есть шериф, который должен был его поставить в курс дела, но тем не менее он взялся опять за все эти дела, начал разузнавать, что, куда, кого, когда грабили, по новой собирать улики, расследовать все эти дела. Возможно, свежий взгляд поможет. Возможно. Ой, как мне это не хочется делать в такое время. Я думала, мы можем дождаться утра. Подкинем еще дров. Да. Давайте тогда я клеймо уберу, чтобы оно... Мисс Флетчер. Господи, кто там? Это Джо. Джо. Все в порядке? Да, вы знаете, все как-то немножечко после всего этого... Боюсь вообще выходить на улицу. Вы один? Да, пока да. Скоро раз приедет с Риком.
Ага. Тоже, ну вы, в принципе, если у вас нет дел, можете здесь пока побыть. Что, у вас там кто-то есть? Да, преподобный Янг, он помогает. Я сейчас лучше привяжу. Да, хорошо, я тоже сейчас клеймо вытащу. Только вот вы, нет-нет-нет, в тот загон не надо. Да, вот туда вот, скорее, в край. Mm-hmm. Потому что там будем клеймить лошадь. На повозке уезжал с кем-то из города. Со мной? Нет. В повозке было только молоко. Больше, к сожалению, места не было. Да и не стоит о нем беспокоиться, зато мальчик позаботится о себе. Ну, надеюсь, он поразмыслил и пришел к каким-то своим пониманиям. Так что, пока мистер Тэтчер здесь, можем заняться лошадьми. Мы вообще должны, да. Вашу налево. Да ёбаный
Папенька! Твою мать! О, господи, блядь. Так. Давайте с Теннессийской начнем. Пойдем, мальчик. Угу. Так. Алиса. Так. Так, что нужно делать? Что ж, смотрите, берите его. Там часть веревки есть, гнездоустки, и часть веревки возле задней ноги. В принципе, все произойдет очень быстро, но может дернуться. То есть вы должны крепко держать веревки. Хорошо. Спокойно, спокойно. А, погодите, дайте секундочку, сейчас еще надо. Давайте я его успокою. Сейчас, секундочку, погодите, не заходите. Нихуя уже что-нибудь, блядь, пишу. Я не понимаю, как это сейчас, сука, долго все будет. И муторно. Пока я буду подбривать ногу коню, вон, встретьте людей, пожалуйста. Это, видимо, наши приехали.
Хорошо. Вот и хорошо. Так, все, можете его хватать. Считаем 2 секунды и расслабляемся. Хорошо. Так, ну что, готовы? Сейчас веревку. Так. Натянуть. Натянуть веревку. Пока не нужно. Все. Итак, готовы? Да, готов. Давайте. Так. Раз, два, все, хватаем. Ух. Тихо, тихо, мальчик, тихо. О, фух. Так, черт, и дождь пошел. Пускать? А, да. О-хо-хо. Так. Надо отвязать его от ноги. Вот, хорошо, мальчик. Все. Ну ничего, потерпи. Так, давайте еще этого. Да, типа. Хотя вот он, давай так вот его. Или я того же достала? Господи, я достала того же. Подожди. Или это Морган? Это же Морган? Нет, да. Блять, это не тот конь. Вот. А, или тот. А, не, вот, да, вот, вот он.
И что за погода? Чёрт. Ну понятно, все, блядь. Это руина, блядь. Погода руина, поэтому. Что ж, погода решила все сами за меня. Да уж. Пойдемте в дом пробежимся. Хорошо, идем. Рик, я буду стрелять на поражение. Послу. Фух. Господа, может быть, в дом? Может быть. Давайте. А лошади нашли упров? Можете в загон могут... туда поставить? В эту дверь. А, можно в загон же поставить, точно. Кошмар. Кстати, преподобный Янг, я забыла вам сказать, у вас была замечательная проповедь, кстати. Да, и вы как будто, знаете, задали ритм дня, что ли. Ну, такая вещь, как гордыня, есть в каждом из нас, поэтому... затрагивает, собственно, и каждого из нас. Главное прислушаться и выбрать правильный путь. Это тоже верно. Мы присядем? Конечно. Нет, ты постоишь. Единственное, что я ничего не приготовила, только приехала, сразу начали клеймить лошадей. Нарушение договора, так и запишем. А мы с вами еще ничего не подписали, вы, кстати, были против этого. Видите, как хорошо, когда иногда договор все-таки подписывают? Да ни хрена подобного. Я почему вы так против? Потому что это требует четкого соблюдения того, что мы вам обещаем, а вы нам. Ну... тогда вы можете предъявить мне за то, что я, например, не соблюдала. Правильно, конечно. А я не хочу, чтобы мне женщина предъявляла. Ну, тогда вы можете просто соблюдать условия, все оговоренные, все. Не, мы так не можем. Обязательно что-нибудь нарушим. Да, я не знаю, мне подписать, что надо это. Это понятно, ты подпишешь и в рабство уедешь, с тобой все ясно. Крестик поставил и поехал. Я читаю не очень хорошо. Так что... А у вас подвал есть? Нету. Ну как? Это такое не подвал, а просто небольшая ямка для того, чтобы хранить какие-нибудь овощи и все такое. А зачем вам подвал? Прям много. Да, конечно, такое место. Не, окон действительно много.
любому этому. Да, да, да. Тут просто рай для того, чтобы расстрелять. Для разбойников. Ну, здесь. А вы его сами его строили? Нет, я покупала. Ваша семья. А, все, понял. Нет, я дом купила на оставшиеся деньги. Но сегодня хоть никто не наведался, мы скакали. О, вы знаете, вроде бы как никто не наведался. Единственное, что когда здесь шерифы были, мы с Габриэлем сюда приехали, а мы ехали по нижней дороге, приехали ко мне шерифы. И когда они привязывали лошадь к дереву вон там, значит, а я возле камня была здесь, ну, буквально возле крыльца, я увидела, как за их спиной какой-то человек умчал на лошади, он как будто из леса выбежал. Ну, все, конечно, рванули за ним. Не догнали, да? Нет, шериф, по-моему, его догнал. Он сказал, что там был вроде как афроамериканец, и он кого-то искал. Какого-то... Черт, не помню имя. Кого-то искал, и что все в порядке, но... Почему тогда он так начал? Афроамериканец, двуглазый, борода, лысый, волосатый, зубы... Я вообще... Было утро, солнце... Вернее, нет, это было уже ближе к вечеру. Солнце садилось, и против света я видела только силуэт. Ну, нормально, нормально. Но когда вообще обычно... Когда ничего нет, люди не убегают так быстро. Нет, когда афроамериканцы на лошадях, это уже что-то ненормально. Так, это получается, у нас два афроамериканца на лошадях. Не, ну погодите, один же ваш... У нас есть свой афроамериканец. Может, это он и был, слушай. Возможно, он лошадь у нас... была не маленькая вроде как. А черная? Опять же, силуэт был, но вроде как темная, да, лошадь. Ну, так вы такую же продавали нашему общему... Нашему общему афроамериканцу. Да, я помню, но просто она могла быть либо темно-гнедая, либо какая. Я просто говорю то, что я видела. В чем я не уверена, я же не буду говорить, что она прям черная. Видела силуэт, мужчина на лошади ускакал. Но опять же, сказали, что это был афроамериканец. Ну просто почему он так резко ускакал, убежал, как будто испугался или что, я не знаю. Ну, значит, если вы увидите себя афроамериканца на лошади еще одного, это будет не наш афроамериканец, ну, значит, надо задуматься. Да. И это. Угу. Если у вас Картер будет по дому бродить периодически, вы говорите. Кто будет что делать? Кстати, мы несколько Картер, раз увидели, да, как он бродит возле вашего дома. Он из кустов, да, за вами следит, я не знаю. Картер, это кто? Ой, слушайте, вам лучше не знать. Да, ладно. Нет, подождите, вы говорите, Картер следит, я же должна знать, кто... Вы что, за мной какой-то человек следит? Вы знаете, да, и хотите сказать за об этом? Вами. Он, короче, вчера, когда у Габриэля украли лошадь, мы с помощником шерифа ездили по округе. И ночью заметили его, прямо возле вашего дома ходил, ну, на том холме, что через дорогу. Охотился, сказал. Ну-ну. Ночью. Не знаю, короче. Это юный джентльмен, который и помощник шерифа? Да, рыжий, по-моему. Ну, или не рыжий, но какой-то такой цвет волос. Ну, вы что, с ним общались, миссис Флетчер? Получается, это тот, который здесь был у дома, когда на меня напали? А, да. И он до сих пор здесь... А это никого не смущает? Да мы, если вам это... Да, мы его допросили по-своему. Ну, как и тех ребят, и... только, но не так сильно. Он живой. Нет, как бы, конечно, мы не думали, что он причастен к ним, но... Короче, он чист. Ну, вроде как чист, да. Как слеза младенца. Я не знаю вообще, как такие люди рождают, но да... Да, да, да. Ну, в общем, он, да, он, походу, он к ним не причастен. Он странный, чист. Но, да, но безобидный. Ладно. А он не говорил, какого черта он следит тут за домом? Там... Да он не следит, это... Ну, может, нравитесь вы ему. Да, может, в окна подглядывает, ходит. Да и шутят вы... просто. Может, да, шериф они... поручил ему? Господи, я не знаю, блин. Да вряд ли, я думаю, он просто ходит. Не надо искать смысл там, где его может и не быть. Видели его тут два раза. Ну, я видел два раза. Когда, говоришь, видел? Вчера. Так он же говорит, у него позавчера лук сломался. Да не, вчера лук сломался. Вчера, потому что...
Да, потом, он же как сказал, что у него лук, когда он с Пумой дрался, сломался. Ну, он, конечно, кого-то тот еще врунишка, если так можно выразиться. Он сказал, что он убил Пуму, спас двоих человек, потом сломался у него лук, он добил Пуму с револьвера, а потом у него украли револьвер. Ну, то есть ты понимаешь, да? Я не знаю, правда это или нет, но это все, что он сказал. Я не знаю, были ли вчера там люди... Вчера на званом ужине была ситуация, когда... Ну да, он про это у Бартвейтов и говорил. Ну да, там и правда был инцидент с Пумой. Ну вроде как там афроамериканец убил... Ну да, да, мне там тоже афроамериканец рассказывал наш, что он убил. Подожди. Так кто убил в итоге Пуму? Картер там был вообще? На званом ужине он вообще был? Нет, но только на убийстве Пумы. Он не участвовал в скачках. А как он поехал убивать Пуму? А он после всего этого сказал, что, может быть, говорит, мне съездить убить Пуму, когда уже мы и мальчика вернули, и лошадь вернули. А, то есть там уже Пуму говорю, убили давно? Я говорю, зачем вам... Не знаю, убили Пуму или нет, но лошадь и мальчика вернули. Он говорит, что может мне, говорит, пойти убить ее. Я сказала, что у Пумы ночью как бы больше преимущества, но если ему так хочется... Вот, и потом, я не знаю, пошел он или нет, вроде как, не знаю, вот. Странно. Ну, я не думаю, зачем ему обманывать нас опять, но да, он меня уже один раз обманул. Да он нас опять обманул, он мне сказал, что двоих человек спас от Пумы. Слушай, а пусть так и будет, пусть он нас спас. Какой нахрен пусть, это важная деталь, это значит, что он мог причастен быть к этому преступлению, к другому преступлению. Тому самому, о котором мы его допрашивали? Да. Потому что он сказал, что лук у него сломался, когда он с Пумой что-то там делал. А потом его Я думаю, он просто приукрасил. Я думаю, он лук действительно, может, и сломался, но он просто, небось, упал просто. Когда мы ехали, у него же в кобуре не было револьвера, так? Когда мы разговаривали. Не было. Так? Ну да. А в офисе шерифа появился револьвер. Ну, он, видимо, его из штанов достал. Послушай, он говорили. Сказал, что у него нет револьвера, потому что его обокрали, так? Нет, он сказал, что у него флотский. Я ему говорю, что у тебя за револьвер сейчас? Он говорит, флотский у меня. Нет, он сказал Шофилда. Ну, точнее, Шофилда, да. Ну, ладно, неважно. Так, слушай, а знаешь, что он нам сказал в офисе шерифа? Что якобы вчера у него все-таки украли оружие, ковбойский револьвер, якобы. А за это, за то, что... за то, что он убил Пуму, Бартвейты заплатили ему какую-то сумму. Это кто-то прошел? Ладно. В общем, ему заплатили какую-то сумму. И на эту сумму он купил новый револьвер. Слушай, ну, не ищи то, что нахрен не нужно. Да это лучи солнца, мэм. А, ладно. Красиво. Так что, раз мне кажется, врет он немного. Для чего, только непонятно. Ну, слушайте, помощник шерифа, когда этих товарищей-то за решеткой держали, помощник шерифа сказал, что этот Картер пытался их оттуда освободить. Потом всячески отнекивался и говорит, нет, такого не было. Мы, кстати, не спрашивали об этом у помощника шерифа? Он такой ходит в черном плаще. Мы его допрашивали с пристрастием. О, господи. И... Ну, он раскаялся во всем. То есть, но этого он, скорее всего, не делал. Он их не хотел выпускать, он просто хотел забрать этот флотский револьвер свой, ну, который на самом деле-то и не его был, но он этот в этом тоже раскололся. Так что... Да, много в чем признался, но не в том, что нужно. Да. И как бы мы ни надавливали, как бы хитрыми обманами мы не выпутывали информацию, он просто действительно не знает много. Мы думали, что это он пытался, ну, не пытался, а хотел освободить, в общем, этих двух ублюдков, и, собственно говоря, мы думали, что он и свистнул револьвер. Да, и мы думали, что также он
быстрее нас прибыл к месту, где их должно было добро, и все забрал, но походу это действительно не он. Он рассказал нам кое-что, но это вообще никак не касается того дома. Вообще. Но эта история его подтвердилась, которую он рассказал. Такое было. Так что просто безобидный юнец. Ну да. Что-то в этом доме. Что ж, джентльмен, мэм, пойду пройдусь. О, да, конечно. Если что, кричите. Да. А... Не расскажете о себе вообще? Ну, просто интересно, как вообще так вышло, что... Ну, женщина и... Одна на таком поместье большом. На ваши... Трубки, плечи, все возвалилось. Ну, мужа убили. Ну, если хотите прям рассказывать, если это что-то такое, можете не говорить. Ну, как вам сказать? Муж у меня был человек очень добрый, отзывчивый. И не видел ни в ком врага. Ну, как вам сказать? Ему было плевать, кто это. Главная душа. И однажды... Ну, он все мечтал о лошадях. Занимались разными породами с ним. Я ему всегда во всем помогала, он меня учил. А потом как-то раз, когда... Были времена, когда индейцев вылавливали и в резервации отправляли. Группа индейцев, человек 10, наверное, женщины, дети, старики, безобидные люди. Они прятались от военных. И добрели до нашего дома. А наша... Ферма находилась достаточно далеко, дальше, чем сейчас мой дом находится. Там, несколько часов от города. И вот они добрели до нашего дома и всячески просили помощи. Один из них кое-как умел разговаривать. Ну и выпустили, в общем. Мы их пустили в дом, даже не в дом, у нас был большой... Большая конюшня. И там такое, как полуподвальное помещение было. Мы их спрятали там. И буквально через пару часов приехали военные. Ну и мы не ожидали, что они приедут так быстро. И он сказал, что пойди отвлеки их. А конюшня находилась за домом. Вот, я вышла встретить военных, а они... Мой муж в это время пытался помочь сбежать этим индейцам. Вот. И так получилось, что один из них, из этих военных, увидел. И они все рванули, и всех их перестреляли. А потом... Мужа тоже, он попал под перекрестный огонь, и он просто просил их, чтобы они их оставили в покое, но они его тоже застрелили, сказали мне, что мне крупно повезло, что я осталась живая. Печально. Да, и поэтому... Все, что у нас было, я осталась с этим одна и... Ну, а коровы у меня от родителей.
меня отец занимался, было большое ранчо, занимался коровами. И после смерти родителей мои два брата все распродали. И мне от моих родителей досталось 4 коровы и 1 бык. Вот так вот. Из одной фермы на другую, а потом на третью. Знаете, я уже кстати, год с лишним так одна живу. Печально слышать. На самом деле. Я не понимаю, почему за вами до сих пор никто не это того. Вы, кстати, знаете, что... Помните этого? Месье Эклер или как там его? Это кто? Ну, это этот пастор, он же тоже военным был. Кстати, ну тот, который пастор. Который я поняла. Француз. Я правда не знаю. Кстати, интересно, он военным был у нас тут или может тоже чем-то этим занимался. Ладно. Ну что сказать? Ничего, двигаюсь дальше. Давай. Ладно. Клонит сон. Я поскакал. Спасибо большое, что вы приехали. Да. Олег, ты с ним? Завтра все составлю и с вами еще встретимся и обсудим. Да. Потому что один товарищ ваш явно против. Ой, да. Миссис Флетчер, вы не против, если я тут сегодня заночую? Прямо в доме? Да, могу в доме. До встречи. До свидания. Да, до свидания. Аккуратно. Ну, я могу предложить мистеру Тейчеру комнату, в которой я ночу. В смысле? Я хочу остаться на ранчо, чтобы, если что, встретить к сооружению. Да, я арендую миссис Флетчер комнату, могу предложить вам. Я могу прям тут, вон, солому постелю и лягу. Но есть постель одна отдельная. Да ладно, я тут полежу. Нет, я вот преподобный, вы какую правую, ой, левую кровать заняли? То, что у комода. Ага. Ну вот, вот здесь постель, она чистая, убранная. Ладно. Это да, это выберу. Да, хорошо. Тогда постараюсь что-нибудь к утру приготовить. Так. Что ж, я скажу, проведу, как дела в церкви, и потом вернусь. Думаю, лягу спать. Да, хорошо, конечно. Доброго дня. Да, и вам того же. Я, кстати, тоже в город съезжу, наверное, на время. Где? Амеда, Кирилл Амеда, блядь. Ох, господи. Ладно. Закрыли. Да-да, я знаю. Вы ты уже отдыхать планируете? Или я просто в город думала съездить? Мне надо найти одного человека. Вы надолго? Да нет. Узнаю, если он в городе, значит... Значит, поговорю с ним. Преподобно уже уснул, да? Слушайте, он сказал, что он придется в город. И придет, ляжет спать. Так может его довести? Где он? Так, а я уже не заметила, в какую он сторону пошел. Ага, уже вышел.
Видимо, уже ушел. Я просто думал, он спать пошел. Так, хотя, знаете, наверное, я все-таки лягу спать и завтра, короче, поищу человека. Да, о, отлично вообще. Так, что у меня здесь? Все в порядке, отлично. Да, Яник вообще понакидывал чучело, понаджаривал. Блин, были бы у меня плюхи толковые за подписку, так еще ладно. У меня не плюх, нормальных нет, нифига. Да. Если что, будите, доброй ночи. Хорошо, спокойно и вам. Видал, где Амидай ночует? Я вот так сделаю. Цинк. Цинк, блядь. В смысле, блядь? Вообще-то ты такой, не-не-не, я там останусь, А этот бесцеремонно такой, все уже это здесь. Не против, говорит, я у вас останусь. Такой вообще. Да, вот сейчас как никогда этот смайлик здесь прям, кстати, да. Что ему написать? Запрос интим от игроки? Ты чё, тут Исполин на это претендует, по всей видимости. Ты в начале стрима моего, посмотри, как мы с ним пообщались, с Исполином. Ой. Всё, ребята, давайте, да. Ребяточки, всё, всем спасибо большое, тут со мной Билль. Чё, чиллаут всё или нет? Погнали на чиллаута, ребят. Да, включи запись. Погнали на чиллаута, короче, сейчас, секунду. Так. Чатик. Так. Как? Ну-ка, напомните мне. За рейдер я уже забыла, нет. Вот, канал рейда, чулаут. Все, погнали к нему. Он пошел, все-таки как-то он быстро дошел. Все, ребятки, всех целую, всем пока. Муа, до завтра. Завтра будем квест с лошадьми делать опять. Все, покеда.